Всем привет, друзья! Сегодня мы будем готовить лапшу лок в казане на костре. Для этого нам понадобится 1 килограмм куриной грудки, перец болгарский, огурцы свежие, морковка, лук, чеснок, зелень, конечно же, китайская лапша, удон и соевый соус. Очищаем от семечек болгарский перец и нарезаем его соломкой. Берем огурцы среднего размера и нарезаем также соломкой. Далее нарезаем куриную грудку на тоненькие полосочки. Нарезаем кубиком лук. Казан прогрелся, наливаем растительное масло 50-70 мл. Загретое масло выкладываем на нарезанную грудку. Обжаривать грудку мы будем недолго, примерно 7-10 минут. Обращаем внимание на то, что мы готовим на максимально высоком огне и постоянно перемешиваем. Далее к куриной грудке добавляем нарезанную морковь и лук. Обжариваем 3-5 минут. Добавляем мелко нарезанный чеснок. Добавляем половинку чайной ложки сухого чеснока. Добавляем болгарский перец и обжариваем 3-4 минуты на высоком огне. Постоянно помешиваем. Теперь добавляем нарезанные огурцы и обжариваем также 3-4 минуты. Теперь добавляем соевый соус. На наше количество ингредиентов мы добавляем примерно пол бутылки, это 100-150 миллилитров. Тщательно все перемешиваем и обжариваем 2-3 минуты. Теперь добавляем лапшу удон. Мы ее заранее отварили и варили 7 минут.
тщательно все перемешиваем и обжариваем 2-3 минутки. Этого будет достаточно. Ну вот и все, дорогие друзья. Наша лапша удон с курицей и овощами готова. Накладываем в красивую посуду и бежим пробовать. Готовится это блюдо очень просто, буквально за 30 минут. Вкусно? Офигенно! Подписывайтесь на канал Коньковский.